Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников, узнавать что-то новое. Художник Фелицин Ростислав Иванович. Русский художник, академик живописи Императорской академии художеств. Все данные я беру из Википедии. Не очень много, конечно, информации, не очень много картин, но то, что я смог найти. Родился в семье московских мещан. Обучался искусству живописи в московском художественном классе. В 1842 году за успешное усвоение рисунка и живописи получил от Императорской академии художеств звание неклассного художника. В следующем году был принят в ученики академии. Знаток российского сельского быта, писал жанровые картины из народной жизни. В 1857 году за картины «На крыльце избы», «Чтение письма» Фелицин был удостоен звания академика живописи народных сцен. Кроме жанровых, Фелицин писал также и портреты. Все работы Фелицина наполнены любовью и отзывчивостью к изображенным персонажам. В трогательных картинах из народной жизни главными персонажами были русские женщины с нелегкой судьбой. Был он человеком мягким и отзывчивым на чужую боль. Таким вошел он и в русскую живопись, в которой сострадание и милость к ближним, попавшим в беду, являлись существенными составляющими. Ростислав Иванович Фелицин скончался 15 октября 1888 года в городе Санкт-Петербурге, где и похоронен. В Русском музее сейчас находятся три работы художника. Это «Вдовушка», «Деревенские девушки», «На крыльце избы» и «Печальное известие. Чтение письма». Ну вот и все, что мне удалось найти о художнике Фелицине Ростиславе Ивановиче. Русский художник, академик живописи Императорской академии художеств. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.